Проси, просися! Держи! Вслед за профессиональными химкинскими футболистами, которые накануне вышли в финал Кубка России, в игру вступили любительские команды. В городском округе после трехмесячного простоя возобновили матчи Химкинской футбольной лиги. На поле сошлись команды ФК «Рост» и «Одиссея». По словам спортсменов, вступать в игру после продолжительного перерыва непросто. На самом деле непривычно, потому что была долгая пауза. Тяжело вообще дышать, само по себе играть очень тяжело. Потихоньку, да, входим в ритм, в тонус, набираем форму. Химкинская футбольная лига объединяет 24 команды, которые играют друг с другом в трех дивизионах. Чемпионат организован при поддержке Управления по физической культуре и спорту города и охватывает около 700 человек, от студентов до заводчан. У нас тут представители есть Лавочкина, есть и Нагамаша. Также команды есть, которые представляют микрорайоны, такие как Ферсановка, Сходня Ферсановка, тоже Новогорск у нас есть, даже команда вуза есть, это АГЗ МЧС, вот, и другие у нас коллективы различные, как говорится, даже есть школьная команда, уже такая, которая уже выпустилась. Потихонечку сейчас, я думаю, многие восстановятся, некоторые команды играют не только в нашем турнире, еще и в других турнирах участвуют. Я думаю, сейчас быстро, буквально еще недельку-две, и все будут в своей физической форме и кондициях. «Рост» одержал победу над «Одиссеей» со счетом 5-3. А всего командам осталось сыграть по 4 игры, и в начале августа сезон планируют завершить. Тогда же организаторы начнут очередную запись футбольных коллективов на сезон 2020-2021, который стартует в сентябре. Лучшие команды получают награды и возможность сыграть в Лиге чемпионов Московской области, а в случае успеха и на всероссийских соревнованиях среди любительских команд.